показатель. У нас сегодня праздник, никакой агрессии нет. Вот красный, давайте не будем. Мы выступаем против войны. Вы поддерживаете войну. Здесь гуманитарная помощь. Я сам россиянин. Сам россиянин. Тем более, здесь столько русских, здесь больше половины русских среди нас. Я не вижу ничего такого, потому что здесь идет мероприятие, где я сам русский. Вы русские? Я не поддерживаю эту агрессию. Человек обвиняет нас в войне. Я поддерживаю это мероприятие. В чем проблема? В розни. Он сейчас сделал ложный вызов. На него теперь будет. Вы готовы ответить за ложный вызов? Готов. Готовы? Готов. Хорошо. Тогда не уходите, мы сейчас все подпишем, что это был ложный вызов. Вы гражданин России? А вы из России откуда? Подождите, подождите. Подождите, вы гражданин России? Поговорите с нами. У вас же есть претензия. Подождите. Подождите, подождите. Подождите, вы гражданин России, правильно? Здесь Казахстан. А что вы здесь делаете? Смотрите, гражданин России вызвал полицию. Вы с какого города вы приехали? Да? Колупи приехали, да? Вот заметно, но. Долларами, наверное, по это самое, попользоваться конечно, приехали. Да. Слушайте, вот я русский, да? Вы меня защищать пришли? Подождите.